Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood, и сегодня у нас новый ролик по проекту Tokenizer. Это, ребята, новый DeFi проект. Как вы поняли, он связан с токенизацией, и, естественно, они имеют свои продукты, с которыми мы, естественно, сегодня ознакомимся. Так, ребята, мы сразу же, нас встречает сразу же вот такая вот главная страница сайта. Здесь они сразу же расписывают все проблемы, панель запуска, обмен, рассказывают о себе. Вот если вы нажмете тут на запуск, вы сможете узнать больше о них. Допустим, почему стоит инвестировать в них, почему данный токен, данный проект представляет собой большую ценность. Как именно мы можем купить, то есть вот здесь есть кнопка купить и, естественно, заработать на этом. Вот таких они имеют партнеров, как мы видим, они их представляют, все ссылочки открыты, на любой можно нажать, то есть, естественно, перейти. И, естественно, ребята, также они представляют крутые статьи, с которыми мы можем ознакомиться и узнать больше о проекте. Это очень важно перед тем, как то есть начать работать с каким-либо проектом, то очень круто, когда они дают о себе больше информации. За это огромный им плюс. Также, ребята, если вы хотите получить их технический документ, вы просто можете подписаться на их рассылку. Для этого нужно ввести электронную вашу почту, потом ввести телефонный номер, имя ввести, то есть фамилию, название компании и свою страну, то есть где вы находитесь. Вот. Потом соглашайтесь на их сообщение, и когда вы отправите, вам уже на вашу электронную почту будет приходить, естественно, письмо с их новыми обновлениями. Также, ребята, данный проект имеет свою телеграм-группу, в которой вы можете задать, если что, любой вопрос, то есть или как бы увидеть новые новости. Вот так выглядит их группа. Вот. Здесь вот, как видите, если вы пролистаете, можете увидеть сообщение ребят, админов, то есть все здесь общаются о проекте, узнают что-то новое. Вот так она выглядит, ребята. Ссылочка будет в описании. Также, ребята, я хочу вам показать, что они собой представляют. То есть, если мы нажмем на них, то их команда выглядит так. Вот их генеральный директор, их СО, главный коммерческий директор, директор по продукту, вице-президент по маркетингу, вице-президент по развитию бизнеса, и вот очень много, то есть у них партнеров действительно много. Если мы пролистаем, то как видим, их очень и очень много, то есть у каждого своя деятельность, каждый занимается именно чем-то своим. Вот так выглядит. Вот так мы можем здесь увидеть листинг, то есть они тут предлагают также листинг, и также можно с этим ознакомиться. Вот. Но для этого, ребята, нужно создать свой аккаунт. Это довольно-таки просто. Вот такой вот, ребята, вышел обзор по проекту. Я надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте, что вы насчет этого думаете. Всем удачи, всем пока!